Смотри сюда, Спайк. Прости. Чтобы это сработало, нужно сосредоточиться на... Спайк, чтобы магия сработала, нужно быть очень внимательным. По-другому никак. У меня не получается. Смотри. Не обращай внимания, это же Пинки Пай. Сегодня она великая Пинки Пай. Тики-тики-тики-та. Пинки Пай, скажи мне, пожалуйста, что ты сейчас делаешь? О, это мой хвост, Тики-тики-та. Знаешь, что это означает? Вообще-то, Пинки, не имею ни малейшего понятия. Это моя интуиция. Она подсказывает мне, что в ближайшее время что-то может упасть. Я бы на вашем месте спряталась. Но, Пинки, дождя явно не будет. В небе нет ни одного облака. Он сказал, мягкая посадка. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лора Фауст. Продюсер Сара Уолл. Мне очень жаль. Надеюсь, ты в порядке, Искорка. Я просто не могла смотреть спокойно на переполненный пруд. Интуиция Пинки. Эти лягушки врезаются друг в друга. Поэтому я решила перенести как можно больше малышей на болото Фрогги Боттом. Конечно, я понимаю. Пока. Искорка, у тебя на лице кто-то сидит. О, правда? Это тебе тоже интуиция подсказывает? Нет, я просто увидела. Ля-ля-ля-ля-ля. Пойдем, Спайк. Давай продолжим занятие в более спокойном месте. Ого! Это было потрясающе! Пинки Пай предсказала, что что-то упадет. Так и произошло. О, прекрати. Она просто сказала, что что-то упадет. И совершенно случайно с неба свалилась лягушка. Обычное совпадение. Больше ничего. Мой хвост! Мой хвост! Тики-тики-та! Тики-тики-та! Что-нибудь еще скоро упадет! О, Пинки, хватит. Больше ничего не упадет. О, нет! Искорка упала! Я могу помочь ей. Все в порядке. Мой хвост перестал дергаться. Это было потрясающе. Перестань. Искорка, что ты делаешь в канаве? Это нам Пинки Пай предсказала. Спайк, если честно, она этого не делала. Два совпадения подряд – это, конечно, редкость. Но я скорее поверю в это, чем Пинки ее хвосту-предсказателю. Хвост-предсказатель! Интуиция Пинки! Не волнуйся, все в порядке. Предсказания уже сбылись. О, стой. Только не говори, что ты тоже веришь в эти глупости. Понимаю, это не поддается логике, но пони, которые достаточно долго живут в Понивилле, знают. Когда у Пинки трясется хвост, к ней надо прислушаться. У меня уши шевелятся! Мои уши шевелятся! Что это значит? Кого-то ждет ванна. Что? Ванна? Удивительно. Кажется, твоя интуиция не подводит тебя. Обычно это происходит так. У меня появляются разные ощущения, которые обозначают разные предсказания. Например, у меня чешется спина, значит, день будет удачным. А если у меня дрожат коленки, значит, произойдет что-то неприятное. У тебя сейчас дрожат колени? Нет, зато у меня болит плечо. Это означает, что в ванной сидит аллигатор. Почему же тогда у тебя не задрожали коленки? Это не просто неприятно, это очень опасное предсказание. Неправда, подружка! Это ручной аллигатор зубастик. У него нет зубов. Ладно, ладно, поняла. Ну, я все равно не верю во все эти предсказания. Все это просто выдумки. Почему ты не веришь? Ты ведь волшебница, так в чем разница? Во многом. Во-первых,
Магию нужно изучать и практиковать. Магия работает только тогда, когда я ее использую. И я точно знаю, что я собираюсь сделать при помощи своей магии. В твоем же случае этого не происходит. Ты совершенно не права, Искорка. Иногда со мной происходит несколько вещей одновременно. Все вместе они предсказывают будущее. Я называю это ансамблем. Ансамблем? Ну да. Знаешь, уши шевелятся, коленки дрожат, и глаз дергается одновременно. Это означает, что в небе появится прекрасная красочная радуга. Ну да, конечно. Похоже, надвигается ансамбль. Уши шевелятся, глаз дергается, коленки дрожат. Ой. Ой. Ты же сказала, что ансамбль предвещает прекрасную радугу. Нет. Это когда сначала уши шевелятся, потом дрожат коленки, а потом дергается глаз. А сейчас все совсем наоборот. Это обычно означает, аккуратно открывайте двери. Ты в порядке? О, нет, я в это не верю. Ты не веришь, потому что не понимаешь. Ладно. В следующий раз, когда с тобой еще что-то произойдет, мы получим научное объяснение. Хорошо, договорились. Пока ничего не происходит? Абсолютно нет. А сейчас хоть что-то. Стой, подожди. Нет. Ты что, издеваешься? С тобой весь день что-то происходило. А сейчас, когда у меня все готово, с тобой ничего не происходит. А это не контролируется, все получается произвольно. В этом нет смысла. Иногда нужно поверить во что-то, даже если ты не можешь найти объяснение. Я не могу верить в то, чего не могу объяснить. Стой, подожди. Я что-то чувствую. О, нет, что? Что это? Это живот. Обычно это значит, что я голодна. Давай поедим. Знаешь что? Забудь об этом. Я уже не хочу знать, правда это или нет. Я не хочу никаких объяснений, мне все равно. Хорошо, хорошо. Пинки, ты видела искорку? Искорка, что ты там делаешь? Вы это вдвоем придумали? Что придумали? Ой, это смешно. Этого просто не может быть. Это все странно. Я должна все выяснить. Ты можешь, наконец, перестать следить за мной? Оу, прости, но... Ну, разве ты занимаешься не тем же? Нет. Я провожу научные исследования. Я наблюдаю за Пинки Пай, известной также как Пинкиус Паиус, в привычной для нее среде. Пинкиус Ктоиус? С ее интуицией в ансамбле явно что-то не так. И я в этом разберусь. Поэтому... Пойдем. Пинкиус Паиус движется. Чешет нос. Ха-ха, очень смешно. Вот она прячется, будто с неба сейчас что-то упадет. Но у нее чешется нос, а с неба что-то падает, если у нее дергается хвост. Возможно, что это доказывает... Спайк, ты куда собрался? Я пытаюсь привить тебе навыки научного исследования! Ой-ой-ой! А сейчас она что делает? Нюхает цветок. Вот это да!
Интересно, что это значит? Вероятно, этот цветок хорошо пахнет. Стой! Подожди, я начинаю понимать. Уши шевелятся, глаз дергается, коленки дрожат. Погоди, ты только что назвала комбинацию, которая означает «будь осторожна, открывая дверь». Ты вправду веришь во все это, да? Вот, давай я докажу тебе, что бояться нечего. Видишь, ничего плохого не случится. Искорка, ты пришла посмотреть на мой новый чулан для яблок? Как мило, Искорка, ты в порядке? Давай я помогу тебе. Стоп. Запиши. Хвост дергается. Хвост дергается? Хвост дергается! Тихо, Спайк. Пинки не должна знать, что мы здесь. Что-то упадет! Что-то упадет! Спасайте свои жизни! Ой, Спайк, хватит. Ты перебарщиваешь. Ой. Отношу яблоки в свой новый чулан. А ты, Пинки, чем занимаешься? Позволяю Искорке следить за мной и делаю вид, что не замечаю ее. Ты с самого начала все знала? Почему не сказала? Смешно. Тогда секрета бы не было. Хвост все еще дергается. Все в норме. Насколько мне известно, небо абсолютно спокойно. О нет, что это значит? Не знаю, такого раньше не было. Но что бы это ни значило, ощущения невероятные. Произойдет что-то, чего мы не ожидаем. Это произойдет на болоте Фрагиботом. Флаттершай туда направляется. О нет, что-то с ней? Я не уверена. Надо убедиться, что все в порядке. Успокойтесь все. Все, что нам известно, это то, что у Пинки Пай был очередной приступ интуиции. Я думал, ты не веришь в такие вещи. Не верю. Я просто хочу увидеть лицо Пинки, когда мы поймем, что ничего не произошло. Договорились? Может, тебе одолжить куртку? Нет, спасибо, я в порядке. Так что могло случиться с Флаттершай? Надеюсь, ничего. Я знаю. Ну, а как ты думаешь? Стараюсь об этом не думать. Я тоже. Но я не могу об этом не думать. А что, если она лопнула? Просто лопнула? Без всяких причин? Да, так, бум! Я знаю. Что, если... Что если она лопнула, а потом еще раз лопнула? А ты так можешь? Можешь лопнуть дважды? Конечно, нет. А что если она лопнула, а потом лопнула еще раз, а потом... Ой. Прекратите вы оба. Она в порядке, я в этом уверена. Надеюсь, ты права, ради Флаттершай. Болото, Фрагиботом, смотрите! Я так рада, что все в порядке. Прости, я знаю, что это не очень хорошо, но... Я же говорила, что не о чем беспокоиться. И я была права. Пинки Пай сказала, что ее приступы интуиции потрясающие. И потрясающее здесь то, что я была права. Искорка. Пинки, уже достаточно предсказаний на сегодня. Фу, откуда такой запах? Но сейчас мы все убедились в том, что не стоит верить во что-то, чего вы не можете увидеть своими глазами. Ну, тогда посмотри, что за тобой, Искорка. Я вижу, но я в это не верю. Гидра! Какая разница, бежим!
Бегите на гору! Помогите! Я иду спать! Держись! Думаю, мы справимся! Но Пинки все еще дрожит! Которую превращает гидру в мышь? Нет. А может, в белку? Нет. А может... Ни в какого мелкого грызуна. Это очень плохо. Прыг! Скок! Прыг! Она слишком близко. Я отвлеку ее. А вы двое бегите. Что бы сделала такая храбрая пони, как радуга? Совпадение, удача или что-то еще. Но ты сказала, что на болоте нас ждет что-то невероятное. И я могу с точностью сказать, что это было более чем впечатляюще. Я имею в виду гидру. Пинки? Дело не в этом. Что? Дело ни в чем. О чем ты говоришь, Пинки? Гидра была не главной. Меня все еще трясет. Видите? Вот. Опять началось. Что бы ни произошло на болоте Фроги Боттом, интуиция Пинки подсказывает, что это еще не конец. Что? Но я... Что? Дело не в гидре? Разве это не сбило нас с ног? Что может быть более сногсшибательным? Не знаю, но это еще не конец. Я сдаюсь. Ты о чем, Искорка? О борьбе. Я так больше не могу. Я не понимаю, что, как и почему, но интуиция Пинки как-то работает. Ума не приложу как, но это работает. Только потому, что я чего-то не понимаю, не значит, что это неправда. То есть ты веришь? Да. Думаю, да. Что это? Ты поверила! Я даже не ожидала этого! Невероятно! И это самое потрясающее, что могло бы произойти!
О, хорошо, Спайк, ты здесь. Пиши письмо. С удовольствием, Искорка. Дорогая принцесса Селестия, с радостью сообщаю вам. Спайк, что я говорила тебе о внимательности? Знаю, но я... Но... Что такое, Спайк? Никогда не думал, что увидишь меня в такой шляпе с зонтиком? Если честно, то нет. У Пинки Пай хвост дергается. Что мне еще сделать? Я счастлива сообщить вам, насколько важную вещь я поняла сегодня. В мире есть много прекрасных, но необъяснимых событий. И это вовсе не значит, что это не может быть правдой. Вы можете верить во что угодно, и объяснение ни к чему. И только близкий друг может заставить вас поверить в невероятное. Бип! Бип! Всегда ваша верная ученица, Сумеречная Искорка. Вот опять начинается! Интересно, что упадет с неба на этот раз? Кто знает? Торчащий хвост! Этого не может быть! Доброе утро, маленькие друзья. Вы так мило щебечете. Да, сегодня прекрасный день, который, безусловно, стоит того, чтобы о нем спеть. Мелодия деревьев и мелодия долин, мелодия наполнит небеса. Мелодию у речки и среди густой травы слышу сердцем, и оно зовет летать. Спасибо большое. Вы слишком добры. У тебя самый прекрасный голос в мире! Мы все слышали! Вот это да! Никогда раньше не слышала, чтобы ты так пела! Это было как небольшой кусочек неба. С мороженым наверху! Флаттершай, мне не верится, что твой великолепный голос не звучит в квартете Пони Тонза. Завтра мы выступаем на твоем благотворительном концерте в Понивильском центре домашних питомцев. Но просто я... Просто это нужно исправить. Поделись своим восхитительным голосом. Да, это будет чудесно! На сцене в лучах прожекторов в центре внимания! Сияющая звезда! Все пони будут на тебя пялиться, судьи древнего подмечать, что они могут петь намного лучше тебя! Почему не они на твоем месте? А затем, когда ты запнешься, они обрушатся на тебя злобной бурлящей толпой! И ты будешь жутко унижена! И больше никогда не сможешь показаться в Понивилле! Пинки Пай, не говори глупостей! Но это мой конек! Пойдем, Флаттершай. Ты присоединишься к квартету Пони Тонс, и получится квинтет Пони Тонс. Нет. Прошу прощения. Я обожаю Пони Тонс. Я одна из самых преданных поклонниц, но я не хочу выступать с ними. Почему, Флаттершай? Ну, просто я... У меня... Я... У меня... Выкладывай! У меня... Боязнь сцены. Это заразно! Боязнь сцены – это не болезнь, Пинки. Просто Флаттершай боится выступать перед публикой. Я очень благодарна, что Пони Тонс будет петь на благотворительном концерте в центре домашних питомцев. Но я предпочту посмотреть из зрительного зала. Это непростительная растрата исключительного таланта. Но я понимаю, что тебе некомфортно. Спасибо. О, Энджел прав. Нам пора идти. У нас еще много дел перед завтрашним мероприятием. Ладно, Пони Тонс, давайте еще разок.
Все мы знаем то, как важно голосом управлять. Но порой проще спеть бывает песню, чем слова подобрать. Просто сердце распахните, музыке навстречу. Сердце распахните, музыке навстречу. Да! Рарити, ты была великолепна! Спасибо, Спайк, но это ансамбль. Ну, остальные тоже были ничего. А по-моему, вы все были великолепны, Пони Тонс. Спасибо, Флаттершай. А теперь я хочу, чтобы вы дали своим голосам отдохнуть. Завтра у нас финальная репетиция перед важным мероприятием, ладно? Ага. Отличная мысль. О, Рарити, Пони Тонс сделает благотворительный концерт в Понивильском центре домашних питомцев особенным. Спасибо большое, что помогаешь мне помогать животным. О, да. Это так чудесно, когда все идет как задумано, без происшествий. Правда? Доброе утро, Флаттершай. Доброе утро, Пони Тонс. Вообще-то, мы пока не в полном составе. Большой маг чересчур задерживается. Ну, наконец-то! Мы же говорили по поводу пунктуальности. Да? Не хочу ничего слышать. Большой Маки, ты не мог бы начать петь? Нет. Большой Маки, ты что, потерял голос? Да. Маки, как же так получилось? Ну... Всем привет и добро пожаловать на 12-й ежегодный конкурс индюшачьего крика! Кому достанется титул в этом году? Будет ли это кто-то новенький? Или шестикратный чемпион нашего состязания защитит свой титул и станет семикратным? Мы это выясним, если ты перестанешь болтать, и мы начнем. Ладно, пони, давайте покричим. Большой маг, прошу. Индюшачий крик? Ты потерял голос? Крича по-индюшачьи? Потерял и голос, и титул. Мы не сможем сегодня выступать. Постойте, что? Нет. Вы должны выступить, иначе благотворительный концерт ждет провал. Мы не выступим с тремя голосами в составе. Почему? Придется переписывать всю музыку, а на это у нас нет времени. Прости, Флаттершай, я не вижу средства выйти из этой ситуации. Ну, конечно. Средства. Идемте. Голос я могу ему вернуть, но не будет быстрым этот путь. Еще раз. Зелье я могу для него смешать. Он не сможет сразу выступать. О, нет! Где же найти такой низкий голос, чтобы заменить Большого Маки? Прости, Зекора, но смеяться тут не над чем. Нам нужен бас для полной гармонии, а без него выступление будет сорвано. Я прошу прощения за смех свой. Смеялась не над вашей я бедой. А над чем? Вы помните, что как-то раз растение изменило вас? Мисс Флаттершай голос приобрела и басом говорить могла. Не хочу об этом говорить. Да-да, твой голос стал таким низким, что напоминал... Флаттергая! Зелье из листьев я этих сварю, и голос тот же тебе подарю.
Цикор, это потрясающе! Да, я это сделаю, я на все готова ради животных. Неужели? Даже выйти на сцену? О, кроме этого. Я просто не могу заставить себя петь на сцене перед всеми пони. А если ты будешь петь не перед всеми пони? А? Если большой маг будет стоять на сцене и шевелить губами, а ты петь его партию за занавесом, а? Это будет почти то же самое, как петь дома, и никто не догадается, что это ты. Все равно, не думаю, что я смогу. Ты должна! Ради животных! О! Ну ладно. Замешивай! Так же, как на репетиции. Добрый вечер, граждане Понивилля! Спасибо, что пришли сюда великодушно поддержать Понивильский центр домашних питомцев. Благодаря вашей доброте животные находят любящих хозяев, а мы понимаем, что выполнили свою благотворительную миссию. А где Флаттершай? Наверное, прячется. Она ненавидит быть в центре внимания. И без дальнейших разговоров, пожалуйста, поприветствуйте Пони Тонс! Этот день нас с тобой согреет светом солнечных лучей. Тучи неба не закрывают, станет и на сердце у нас теплей. По мелодии слышны, и без труда эти ритмы мы узнаем. Нам не надо тишины, погнали прочь мы. Но порой проще спеть бывает песню, чем слова подобрать. Просто сердце распахните, музыки навстречу. Сердце распахните, музыки навстречу. Распахните, музыки навстречу. Это было просто восхитительно! И ты звучал лучше, чем когда-либо, большой брат. Флаттершай, ты была не с той стороны занавеса! Ты пропустила все шоу! Как истинный профессионал, Флаттершай была за сценой и следила, чтобы все прошло гладко. И это было идеально. Это было потрясающе, Пони Тонс! Мы с моим новым малышом считаем, что это было невероятно здорово. Спасибо большое. Вы не споете на празднике в честь получения знака отличия моей дочерью Зиппервилл? Споете, споете? С удовольствием. И когда это будет? На следующей неделе? Завтра! Мне очень-очень жаль, но вы слишком поздно спросили. О, нет! Что ж, я понимаю. О, Рарити, мы не можем разочаровать эту милую крошку. Ты уверена, что готова на это? Просто сердце распахните, музыка навстречу. Сердце распахните, музыка навстречу. Распахните, музыка навстречу. О, чудесно, Пони Тонс. Было бы еще более чудесно, если бы вы могли выступить завтра на церемонии разрезания ленточки. О, мэр, мы бы с удовольствием, но...
Простите, мы на секундочку. Конечно. Не волнуйся, Флаттершай. Тебе больше не надо выступать. Но мы не можем разочаровать мэра. Что ж, тогда, мэр, Понитонс будет счастлив выступить на церемонии. Этот день нас с тобой согреет светом солнечных лучей. Тучи неба не закрывают, станешь на сердце у нас теплей. Мы не можем разочаровать посетителей спа-центра. По мелодии слышь ты, и без труда эти ритмы мы узнаем. Нам не надо тишины, под ноты эти прочь. Мы не можем разочаровать школьников. Флаттершай, нам надо поговорить. К Большому Маке вернулся голос. Да. Теперь ты можешь искупаться в противоядии и вернуть свой чудесный голос. Просто я не знала, что последнее выступление было для меня последним. Флаттершай, стой! О, ничего, если Флаттершай споет за тебя еще один раз. Да. Распахните свое сердце, музыке свое сердце, звуком распахни, да. И музыка польется, воу-за. Распахните сердце, сердце навстречу музыке. Нет! Большой Маки, отвечай, не задумываясь! Индюшачий крик? Посадил голос? Средство закора? Слишком быстро? Нет. Нужен бас? Ядовитый розыгрыш? Флаттергай? Стало лучше? И та робкая пони исполняла свою мечту в тени, потому что боялась выйти на сцену? Ради кукурузы! Пошли! Флаттершай! Ты здесь? Да. Я здесь. О, это было просто невероятно! Занавес упал, а там ты поешь перед всеми пони! И знаешь, я не думаю, что кто-то из пони завидовал, потому что не было никакой разъяренной толпы! Но должно быть, было так ужасно стоять там, на сцене! Все глаза устремлены прямо на тебя! Ты будто бы пережила свой самый ужасный кошмар! Так и было! Что, переборщила? Пинки хотела сказать, что ты была великолепна. Стойте, а разве я не так сказала? Вообще не так. Ой, ты была великолепна! Ты меня просто потрясла. Невероятно! Хотя, без обид, ты пела прямо как парень. Парень с шикарным голосом! Что ж, спасибо всем. Я рада, что вам понравилось. Потому что я больше никогда в жизни не буду петь перед пони-публикой. Пони! Ты что, шутишь? Пожалуйста, может, перестанем бежать? Я просто не понимаю тебя, Флаттершай. В конце концов, именно ты хотела, чтобы пони-тонс спели для каждого, кто об этом просил. Хочешь сказать, что ты знала, как сильно я хотела выступать?
Конечно, знала. И во всей этой болтовне Пинки Пай в одном была права. Только в одном? Когда занавес упал, и все пони увидели, что ты поешь, ты пережила свой самый страшный кошмар. Все было так плохо? Да. А что в этом такого плохого? Бурные аплодисменты? Признание твоего потрясающего таланта? Крики поклонников! Мелодия деревьев и мелодия долин, мелодия наполнит небеса. Мелодия у речки и среди густой травы, слышу сердцем, и оно зовет летать. Ты в сердце просто загляни, услышишь песню свою. Скорее в сердце загляни и музыку услышишь так. Флаттершай! Видишь, все было не так уж плохо. И ты не казалась страшно напуганной из-за того, что все на тебя смотрели. Как тебе ощущения? На удивление, прекрасно. Потрясающе, потому что Пони Тонс пригласили в семью Apple на праздник в честь варки яблочного джема. О нет, я не смогу этого сделать. Когда-нибудь я смогу, но пока буду идти маленькими шажками, маленькими. Иногда страх может помешать вам заниматься любимым делом. Но прячась за этим страхом, вы только прячетесь от самого себя. Гораздо лучше посмотреть своим страхом в лицо, чтобы засиять и стать как можно лучше. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».